Защищаем воздушный фильтр. Бля, я ебаю нахуй. Эй, йоу, народ, здорово, Дарк снова на связи. Значит, вообще, сумбурно, включение максимально сумбурное, без текста, без нихуя, просто, на чисто на эмоциях. Вау, 100 подписчиков, блять, сука, стеблер упал. Значит, зашел я сейчас на ютубчик, смотрю, опа-на, сатен, вообще прекрасно, расту не быстро, но и не супер долго. Как бы люди меня смотрят, это уже хорошо. Насчет вот этих вот чисто минус 300 IQ мувиков, я больше не буду этим заморачиваться, возможно. Потому что на эту ересь просто уходит очень большое количество времени и моих жизненных ресурсов, конечно же. И я смотрю, людям не особо заходит это творчество, ибо, наверное, на ютубе просто дохера других мувиков. Насчет мувиков, если кому-то нравились, блин, ребят, ну я пока, наверное, не буду этим заниматься, возможно. А насчет другого какого-то такого лайтового контента, да, конечно, он будет, господи, со мной, блядь, что ни день, то какое-то событие произойдет, вот реально, ну, постоянно. Насчет этого, да, буду делать такой мини-лайтовый дегротский контент, чтобы всем нравилось, чтобы все заходили. Короче, получайте порцию дегротского контента. Фига, я улетел в тратосферу. Отстань от меня. Ой, дядя, все, хватит, не надо. Я спрятался. Никого нет. Ваня просто в этой хуйне появляется. ПНКМшку пиздец поставил. А шар выпал, нет? Страшненький, йоу. Почему мы страшные? Выключите свет. Выключите свет, я не могу на это больше смотреть. Я пёс. Смотри. Типа тигра? Да. Барсика косишь? Нет. Барсик, он барсик. Ладно. Покажи хуй барсик. А, ой, это я не в тот чат сказал, возьму. Нафиг ты мне скинул барсик, Игорёчку? Блядь. Перекинь. Че? О, спасибо. Дарк Сайд, ступай к нам вместо писи. Ой, блядь. Ебать ты барсика заскамил, он думал, что ты писи. Я уже хотел тебе вылезать, а оказывается нет, пиздец. Чё? Он все еще может вылезать. Чё ты за хуйню несёшь, блядь? Пиздец. Блядь, пришел какой-то, доебался до меня, чё ты? Ебо. А, почему там без меня меня отхуесосили, чё за хуйня? Забыл меня. Ты тоже хочешь трахаться сексом? Не, я, конечно, уже... одобряю грубый мужицкий секс, да, но не в данном моменте. Электрончик, бывший соклан, был в лорде еще до того, как это стало лорде. Кажется, я до этого момента еще был основателем его, но... Ладно, нихуя не поменялось, мы изначально любили в жопу ебаться, поэтому... Это я знаю. Одобряю. Я не хочу тебе только что что-то сказать, я тебе только что что-то сказал. Вообще... Вообще, блядь, получается, пиздобол. Я получается, понимаешь, хочу попасть в YouTube, вот чтобы в телевизоре показали меня. Можно, пожалуйста? Я хочу попасть. Аля, YouTube забанил. Ты нас зачем ебанул? Мама, я на YouTube. Ты нас на член. А где женщина? Она тут была? Вижу член, сосу член. А то только хотел, бля, возбухать. Что тут за гей-порно с конфетками, а чеза нету. А вон чеза вижу. Вон чеза. Барсик чеза тоже. А вообще-то, блять, Анклавы Докс, алло. Все. Ебать, ты что, меня собакой называешь? Тут кроме ЧЗ нихуя нет. Понимаю. Бля, электрончик, ты Анклавы Докс. Че? Потому что он, блядь... Ебать, меня уже во враги добавляют, я в ахуе.
Ста, без рофлов-то у меня и так крас. Ну как бы да, я понимаю. Это ну началось, блядь, ну, началось. Баловался, ну признавайся, баловался. Твои тут плохо. Понакидали мне единички, бля. Давай. Мы, блядь, давай, понятно, Unlovey Dogs, все ясно. Ой, люблю тебя, спасибо. Скажи, о, скажи, о, скажи ему, типа, блядь, понял. Ну, Барсик, прости меня, я пошутил, я не думал, что ты воспримешь все это так серьезно. Отстань от меня, прикинь, человек. Ну, прикинь, он вот сейчас себе вены порежет. Да. Зачем? Да, Игорек, ты что женщину мучаешь? Бля, да, сейчас знакомые. Барсик вены себе порежет, алло, блядь, из-за нее. Это не да, шутка. Да, ради бога, мне его не жалко. Его похоронах. Не надо плакать, я поплачу. А, значит, все-таки пойдешь на похороны. Барсик, она тебя хочет, услышь. Сука. Пиздец. Мне гранат нормальная жалко. Сходка. Отлично, если, пойду закуплю. Если пойдешь к нам, я буду умирать от скрытни для тебя. Я к вам не пойду. Ты пойдешь. Нет. Пару дней пройдет, ты сама придешь. Не. Да.